Nissan озвучил рублевые цены и сообщил о комплектациях первой модели возрожденного бренда Datsun. Бюджетный седан Ondo – это, по сути, первая иномарка, собранная на базе отечественных вазовских моделей на платформе Гранта Калина. Родство с Грантой особенно очевидно при взгляде на автомобиль сзади. Отсюда машины, мягко говоря, очень похожи. При этом передняя часть не похожа ни на одну из вазовских моделей. Нарочито крупная хромированная решетка радиатора, оригинальная оптика и современно скроенный бампер. Все это делает автомобиль, если не красивым, то уж точно запоминающимся. В техническом плане новый Datsun тоже во многом копирует модели АвтоВАЗа. В железе кроется и секрет очень конкурентной цены. Дело в том, что на модель будет устанавливаться только самый слабый мотор от все той же Lada Granta объемом 1,6 литра с двумя вариантами мощности 82 и 87 лошадиных сил. Коробка передач только механическая. Ondo получит на российском рынке три комплектации – Access, Trust и Dream, то есть доступный, доверие и мечта. В базу войдут электроусилитель руля, его регулировка по высоте, подогрев передних сидений, полноразмерная запаска, АБС, усилитель электронного торможения и даже система электронного распределения тормозных усилий. Подушка безопасности будет только одна для водителя. Цена бюджетной версии Ondo – 329 тысяч рублей. Следующая модификация Trust дополнительно включает центральный замок, противотуманные фары, подушку безопасности переднего пассажира, электрорегулировку и обогрев боковых зеркал. В отделке салона появятся элементы под хром. Вторая комплектация будет стоить от 355 тысяч рублей. И, наконец, топовая версия с нескромным названием Dream, то есть мечта, будет стоить ровно 400 тысяч рублей. В дополнение к предыдущим опциям в ней есть 15-дюймовые литые диски, ключ с дистанционным управлением, мультимедийная система с USB, слотом для SD-карт и протоколом Bluetooth. Также климат-контроль и стеклоподъемники задних дверей. В качестве опции будут предлагаться навигационная система с 7-дюймовым цветным экраном, задний парковочный датчик, датчики дождя и света, боковые подушки безопасности, система стабилизации. Боюсь, правда, столь щедрый набор опций сделает цену бюджетного Ondo неприемлемой для скромного автомобиля с максимальной мощностью двигателя в 87 лошадиных сил. Еще из полезной информации. Уже на старте продаж будет доступно 6 цветов кузова, включая металлик, за который дополнительно доплачивать не придется. Клиренс Datsun Ondo 174 мм. Из достижений, особенно отмеченных производителем, самый большой багажник в классе объемом 530 литров. Серийное производство уже стартовало на АвтоВАЗе, и в конце лета модель должна появиться в продаже. Видимо, на первом этапе Ondo будет продаваться в салонах Nissan. В багажник обычного седана я бы вот так легко, конечно, не влез.